В Карабудахкенском районе Дагестана пресекли незаконное производство угля на землях лесного фонда. Нарушения были выявлены в ходе рейдовой проверки Комитета по лесному хозяйству республики. Так были обнаружены более 40 бочек для обжига древесного топлива. На месте были также изъяты десятки мешков с готовым сырьем. По словам специалистов, ущерб лесному хозяйству Дагестана от подобного рода незаконных действий составляет сотни миллионов рублей. Кроме того, вред наносится и окружающей среде. По всем обнаруженным фактам были составлены соответствующие материалы для дальнейшей передачи в правоохранительные органы. Незаконным предпринимателям дано указание в недельный срок демонтировать самодельные печи и привести территорию в нормальное санитарное состояние.